Добрый день. Давайте немного побомбим. Есть у нас декабристы, есть у нас Николай Павлович. Замечательные во всех отношениях люди, и те, и другие. О них много написано разных книг, историй. Все у нас всегда жалеют декабристов, потому что они такие хорошие, потому что они за перемены, потому что они пострадали на каторге, потому что пятерых из них отправили на Кронверх Петропавловской крепости. Николай Павлович никому не жалко. Ну, потому что он реакционер, потому что пушки с картечью, потому что декабристов разогнал, потому что всю страну строил, ну и так далее. В общем, плохой товарищ. И вот это у нас крутится всегда и везде, во всех книгах так проходит замечательно. Все плачут над дневниками восставших, над их записками, над их воспоминаниями. А потом вдруг в один прекрасный день открываешь, например, дневники Николая Павловича или его жены. И понимаешь, что все это время ты жалел как бы не ту сторону. Вот берем одного замечательного человека. Принцессу Фредерику Луизу Шарлотту Вильгельмину. Дочка прусского короля, которая в 1818 году стала женой прусского великого князя Николая. Ну, как положено, сменила имя, стала Александрой Федоровной, приняла православие. Скоро родился первый сын, потом еще один ребенок, потом еще один. За несколько месяцев до всей этой истории она родила четвертого ребенка. Четвертому ребенку Николая и Александра Федоровна было как бы всего несколько месяцев на тот момент. Напомню, что декабристы всю царскую семью собирались как бы немножко порешить. Вот. И так получается, что вот в один прекрасный день Александра Федоровна узнает, что вот все, он больше как бы царствовать некому, и царствовать придется им. А она как бы под это не подписывалась. То есть, когда ее замуж выдавали, то, ну, великий князь, ну, брат императора, ну, там еще один брат есть, Константин, и император еще мужчина в полном рассвете сил, мало ли как повернется. И тут вдруг один император в Таганроге как-то внезапно ушел на небеса, брат старший царствовать отказывается, и все, больше как бы некому. И вот наступает один прекрасный такой зимний вечер, и приходит муж к жене, к Александре Федоровне, и говорит, не очень радостно, но честно, что очень скоро, скорее всего, их всех убьют. И сделать с этим ничего нельзя. А поэтому надо подготовиться, и когда настанет момент, проявить мужество и умереть с честью. Угу. Ей на тот момент 27 лет. Старшему ребенку 7 лет, младшему несколько месяцев. И Крауловым, как потом оказалось, в тот день командовал один из тех, кто потом будет принимать участие в восстании. Но про это пока никто не знает. И как бы ни она, ни муж ни в чем не виновата. Вот, просто так получилось. Вот, завтра может быть по-всякому. И когда 14 декабря вот все это, собственно, началось, Александра Федоровна пошла в дворцовую церковь и стала там молиться. Ну, собственно, что ей еще оставалось делать? Ну и так молилась до нервного тика. Тикс не случился в тот момент, когда Николай Павлович отдал приказ стрелять из пушки. Кстати, из пушки он приказ отдал стрелять далеко не с первого раза, он три раза приказ свой отменял, но потом, в конце концов, все-таки решились стрелять. И вот когда этот гром раздался, а там не так уж далеко, в принципе, до Сенатской площади, пушки-то слышно замечательно, вот тут с ней начался нервный тик. Причем нервный тик, он так больше у нее и не прошел. Из него несколько раз коронацию пришлось переносить. И до конца она так и не оправилась. А потом, позднее, когда уже все прошло следствие, и когда декабристов отправили в Сибирь,
жены поехали за ними, то Александр Федоров в своем дневнике написал так: «О, на их месте я поступила бы точно так же. А жалеем мы всегда декабристов, людей, которые, в общем-то, по большому счету решили, что присяга – это не для них». Вот такая небольшая история из мира декабристов.